2013 году еще был достаточно, мы называем таких детьми еще, потому что ему только-только исполнилось 16 лет. Вот этот мальчик проживал в городе Ивантеевке у своей бабушки и пользовался интернетом, как и все подростки такого возраста. И пользовался ВКонтакте. И разместил на своей страничке, разместил картинки и информацию, которую оценили эксперты. Я вот сейчас просто скажу, как это назвали нам эксперты. В результате он совершил действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды, унижение национального достоинства, а также пропаганда исключительности, превосходства, неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной и расовой принадлежности, совершив эти деяния публично. Если сказать простым языком, понятным для нас всех, он размещал картинки с призывом в отношении граждан других национальностей или проживающих в другой местности, в частности на Кавказе, размещал фашистскую символику, размещал картинки, в которых он, которые, может быть, он выражал свое согласие с тем, как действовали фашисты во время Второй мировой войны. Вот можно, наверное, так сказать. В общем, удивительным образом мальчик 16 лет, проживая в нашей стране, да, и вот размещает такие картинки. И вот этот факт был выявлен. Выявлен он был прокуратурой Пушкинского района. Было возбуждено уголовное дело. Но поскольку преступление совершено на территории города Ивантеевки, в результате расследовалось оно по территории города Ивантеевки, и наша прокуратура направлена в суд. И вот в этом месяце оно было рассмотрено, уголовное дело, но поскольку подросток совершил преступление буквально на третий день после того, как он достиг возраста, с которого, может быть, он привлечен к уголовной ответственности, оно было прекращено, уголовное дело, факт был установлен, было подтверждено, что он совершил преступление, но оно было прекращено, такая есть возможность, уголовный кодекс предусматривает такую возможность, поскольку мы посчитали, что несовершеннолетний уже на сегодня исправился, встал на путь исправления. Более того, он об этом заявил. И он свою страничку ВКонтакте пытался сам ликвидировать. Вот поэтому было прекращено.